Так, R1, B2. И сейчас наберем каких-нибудь артефактиков. Надо ж юзать, а то насобирали, а потом... Так, не все. Все поглотил. Окей. Так. Отличный этот самый бустер. Основной урон плюс 28, но нужно быть близко к врагу. Ну, прямо бинго. Да. Окейшки. Готов? Сейчас думаю. Думай, да. Да. Готов. Все тогда, поехали. ФСУ 966. Нам что, дитя надо будет таскать, да, получается? Походу, да. Ну, повторяющиеся задания мы уже видим. Что есть. Это да. Ой, тут прям несколько. Внизу двое. Тумане. Убил? Да, да. Убил. Там один. Одна. Уж эти женщины. И терминальчик. No. Посмотрим, что у нас тут. Главное, помню нажимать. Ничего нету. И нужно query ХСУ, да? ХСУ 966. ХСУ ниже пробел 966. Да, где она находится? Зона 21. Зона 21, все правда. Зона 21. А, там уже было? Или... Да. Мы в какой зоне вообще находимся? Черт, я знаю, непонятно. Так, ты через верх пошел? Нет, ты не через верх. А я там дверь, да, открыл вторую, которая была. А, понятно.
блин, а? Сагрид. Нормально, не надо подбегать. Нашел палки-бросалки, а вот у тебя что-то там какая-то херня. Конечно. Блин, опять космоны. Но не сильно. Не сильно. Воу-воу-воу. Ни хрена, а чё их так много-то тут? Зона большая, видимо. Давай ко мне. А. Эй, блин. Да я тебе знал, как мне к тебе попасть. Да не надо ко мне идти. Ну мы тут отстреливаемся вроде нормально. Да, хорошо. Хорошо, да. Хорошо, все, что хорошо получается. Там у тебя. Ой. Располовитель. О, палочки. Возьму палочки лучше. У меня перк на палочке сейчас стоит. Палочки. Так, ничего интересного нет тут. Внизу. Да, ухожу эти лабиринты, блин. Вот, верху сломали. Так, тут дверь, это самая. Да. Нам сюда, в общем. Окей, Orange 672. А нам сюда нужно, нам 21-ю. Это, видимо, какая-то дополнительная хрень. За разряда хочешь проходить, не хочешь не проходить. По крайней мере, так кажется еще. Давай, просто открываем. Все равно 21-ю зону. О, здравствуйте. Ой. Раскидали. О, ящик. Бляха-муха, я не то нажал опять, да еб. Твою мать, ну пипец, так, подстава. Отходим, 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 отходим. Да я палочку кинул, так понимаешь? Я хотел кинуть палочку, а в итоге выстрелил. Бывает. Вроде все, больше ничего нету. Блин, а она на 5, а не на 6, а не на 5, ё-моё. Вот подстава. Это... Я нажал на 5 палочку выбрать, а она какого-то хрена на 6. Бывает. Ну. Там внизу ничего особого не должно быть. Ящичек. Только скауты. Сейчас вижу. А в нем два набора палочек. О, нашел аму. Никому не нужно. 44 его тебе нужно, кстати. Я что-то там интересное нашел? Палки? Это бросал. Дискотека. Да, я все засветил палками. Там еще комплект лежит. Не, мне не надо, у меня есть. Я не бросал еще. Уж давай я. А ты не буйствуй. Интересно, насколько максимум засветит. К снайпер-центре. Так. Да, все хорошо. Теперь с ботами так. Потом надо будет разбираться. Так, где-то там. Спасибо, кстати, да, за аму. Обращайтесь. О,
какой-то файл нашли. Почитаем. Y78. Еще все выбирать. Почему не могли сделать эту Norton Commander систему? Или какой-нибудь файл Commander? Помнишь, такое синенькое было? Конечно, да, Norton Commander, я помню, Волков Commander еще был. Во, Волков Commander, точно. Он же до сих пор еще используется. Ага. Пёртыми программистами. Так, от Андре Пироса А134 к Дину Локвуду 2 июля 52 года, сигнал. И мистер Локвуд, мы засекли сигнал непонятного происхождения где-то внутри комплекса. Аудиофайл с бродкастом приложен. Если вы не ответственны за этот сигнал, мы будем исследовать. Андрей Пирос. Включить сигнал. Послушаем. Давай. Слушаем. Ты слышишь что-то? Да что-то где-то вдалеке, да. Да, вот этот такой рокот как будто. Главное, чтобы не прибежал никто во время этого. Звук у терминала идет. И ближе подошел, стало лучше слышно. Прикольно. Это интересная фишка. Но еще играет. И там отображается какой-нибудь там статус? Опа, еще идти будет. Не, могу просто нажать на за и все. Ты можешь дальше попробовать посмотреть. Не-не. Мне просто интересно, думаю, если у тебя там показывается, будет ли у меня отображаться со стороны. Не. Может, у меня горит, нажмите любую клавишу. Я только твой нож увидел. Что ты тут перед моим лицом ножиком играешь? Блять. Шутки эти в последнее время стали как-то опасны. Как-то двусмысленно. Ну понятно. Всё. А, кстати, давай посмотрим, что там. Кей Оранж 672. Сотка 2, да? 672. Мотобор, да? Зона 18. Да. Есть. Ага, все, пойдем. Проход в охраняемую зону Z18. Начнем сюда. А, то есть здесь. Ой, ой. Скаут. Не-не, зачем ты закрыл? Вон там девочка сидит. Вон там. Вот эту вот девочку направо можно бить. Ой. Я могу облом. Так, впереди одна, там скаут где-то бродит, но ничего страшного. Так, дендриты пошли. Осторожно, отходи. Ну все, я задел.
Все, так, отходим. Ставим Что же она так турель. вылезла прямо из-за угла, а? Жесть какая-то. Я аж испугался. Я еще и упал куда-то. Кто упал? Да я упал, еще задом отходил и свалился с лестницы. Нормально, не пострадал. Ну, вроде нормально, 9%. Ой, сзади кто-то. Сзади, 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 сзади. Так. Какая-то новая мода пошла с двух сторон нападать. Так, под лучи не подлезаем, да? А это бот там. О, большой идет. Кошку снес. Ну окей, как-то так. Ну ладно. Сорян. Да нормально, что бывает. Игра такая. Зато сектор зачищен. Позитивчик. Да. И не паришься. А то ползаешь тут на коленках. Все штаны протираешь. Там еще одна, я так понимаю, еще две даже их, да? Двери? Вообще не их дверей, ужас просто. Сталкеров еще, скаутов еще двое, один справа, один слева. А. И уже три синих двери. Окей, грин. Так, класс, это куда? Второй аларм. Зона 21. Зона 18. Нам зона 21 нужна. Вообще там где-то еще была синяя дверь. Зона 18. А, вот, тут еще внизу. Зона 20, вот. Но это все чисто из разряда, если хочешь. Если ты упертый фон GTFO. GTFO, да, и хочешь страдать. Нам... А, мы хотим страдать, да. Потому что нам нужен зеленый ключ 902. Где я тут терминал? Сейчас пойду. Рефилка. На... Так, у тебя 68, 55. Так, пойду узнаю, что там нужно для этого. Зеленый ключ 902, да? Наверное, лучше мне тогда съесть. А, так, зеленый ключ, зона 22. Куда нам надо идти? Еще ящичек. Зона 20. Аптечка. Так, зона 20. Второй уровень опасности. Нам сюда. Все-таки в зону 18. Не. Почему я аптечку применил, а мне жизни не добавились? Что за бред? Может, рядом бот был? Это на него. Вон, видишь, хак полностью 100%. Это проблема, что они решили применить такую фишку, что на одну и ту же кнопку ты себя и коллегу лечишь. Да, неприятно. Так, куда нам надо было? Так, нам надо было сюда. Это... А, да, зона 18. Да, ставим тогда 22. Здесь. Курильки. Скорее всего, снизу где-то надо будет бегать. А, нет. Турельку лучше тогда это вот в другое место поставить. Так, это вот. Они, скорее всего, из той дырки будут прибегать. Потому что больше некуда. Я, по крайней мере, не вижу, откуда еще прибегать. Мне так кажется. Вот, давай вот сюда и поставим. Как тебе такая идея? Подожди, надо ну, тогда да. Надо же тогда боту сказать, чтобы он с этой стороны
поставил. Вот теперь можно закрывать дверь. Даже здесь вот так вот. Хотя бегать потом не хочется. Закрывай. Вот здесь вот прям так вот. Напротив ставлю. Они могут там снизу где-то. Ладно, хрязь. Разберемся. А ты свою ставь где хочешь. Я бы, наверное, здесь где-нибудь поставил. Или так, там я же где. на секунду отвлекся, это самое, пропустил, что ты где ставил. А, там за дверью стоит одна, да? Да-да-да. Я бы, наверное, тоже на эту дверь поставил как-нибудь, или с этой вот стороны как-нибудь. Вот где я Да, сейчас. наверное, вот так вот. Так. Да. Хер его знает, как они будут бегать. С той стороны точно буду стрелять. Чё, мы готовы плясать? Да. Dance Dance Revolution ждет нас. А за дверью... Жопа уже видна. Пожара. Так, ну куда ты нас поведешь? Ага. Да-да-да. Все. Надо теперь просто подождать и убить всех выживших. Хорошо, только последний еще бежит. А еще чуть-чуть. Так. Да ты, блин, стреляешь, бот. Все, что ли? Супер. Все. И нам туда. Эй, что там у нас тут? Один впереди. Дергается. Дерганая какая-то попалась. Не женитесь на таких. Ящик. У нас в тумане вроде ближайшей видимости не видно ничего. Ящик, да? О, ящик. Сейчас поломаем его. Угу. О, есть контакт. Сразу ключ какой-то нашелся. Окей, Orange 672. У меня есть теперь мощный фонарик. Нахер. Он хорошо светит широко. Так. Поисследуем зону. Конечно. Нам нужен ключ 902. В зоне 20. Так. Блин, кто стрелять начал? Они бежали сверху.
Через перекрытие вроде даже не попадает. Я это дура-то. А, понятно. Я больше нету. Ой. Обе пять. Всех заагрели. Нормально. Ой-ой-ой. Так, надо это дело отходить куда-нибудь в сторону. Не надо прям по курсу. Пускай работают с интриганом. Мне так кажется. О, я. Вроде все. Я лучше с этим. Пускай у меня лучше будут эти палки-бросалки. Так, у нас. Интересно. Угу. Тебя? Пока тоже ничего интересного. Уровни тут иногда такие, как лабиринты, знаешь. Толку в них нету никакого. Да, да. Я вот поэтому первый раз, когда играл, думал, блин, это же реально какой-то рандомайзер. Да это ни хрена, это какой-то человек реально шалай-балай делал. Так, третий уровень. А нам нужен... Ну, а, 22-ю зону? Все-таки надо 22-ю зону. Ну что ж, как говорят. Ну, по крайней мере, мы всех сагрили, большой можно класс. Теперь нормально. Третий класс алярма, да? Да, можно поисследовать эту зону, которая здесь. Спокойно, без уже напряга. Уже тут везде пробежались, по-моему. Так, а подожди. Зона 21, а мы уже 21-я зона. О, вижу, правильно? Ящик накрытый. Подожди, да. Еще один? Мощный фонарик. Неожиданно и приятно. Нафиг надо. Как это назывался? ХСУ? А, 966. Так. Так, хаки-то нужна рефилка. Еще терминал. Ой, не терминал, этот как его? О, аму пак, два штуки. Вы же здесь черных дверей, а? Ой, не черных, синих. Угу. А что глаза хребет? Ну. Главное, чтобы туда лезть не надо было. 23, третий уровень. Третий уровень. Где там внизу, там что-то? Аптечка. Наш... О, аптечку нашли. Это приятно. У тебя тридцатка, кстати, тебе нужно. Тебе и Бишопу. Да. Кроны надо хаки тут дать. Где? Хаки это вот тебя. Куда они могут бежать? Я могу только представить, что отсюда. Куда еще? Танцевать надо будет, скорее всего, где-нибудь в этих районах. Пакет там с тобой бегает, да? Mm-hmm. Пакет, иди сюда, я тебе патронов дам. Thank you.
меня ничего нет. Только эти палки-бросалки. Готовы? Так, вот. Ну и все ящики, да, посмотрели. Сейчас я к тебе подойду. Ой, ты начал зевать, я тоже начал зевать. Да. Как ты там ночи до утра? На автопилоте. Расскажи, а сколько ты занимаешься этим CGI? Вообще? Да, и от чего ты начал этим заниматься? Угадай, с трех раз. Мы все начали с одного. Со знакомства, с Hope World. Ясно. Ну, не, на самом деле у меня был когда-то 3D Max. По-моему, третьей или пятой версии. Он пятый, наверное. Хотя нет. Угу, понятно. Четвертый, по-моему, версии. Короче, в году 2003-2004 у меня первый 3D Max появился. Угу. И я пытался взорвать чайник и сделать снег. У меня не получилось. Отлично. То есть ты тоже 20 лет этим занимаешься. Потом где-то в 2006 я пытался что-то начать, мультики какие-то делать, посмотревшись этого самого Джимми Нейтрона в 3D, мультик такой раньше был. Ну и да, потом Home World, моддинг пошел, все, уже моделинг, потом After Effects. Где-то, наверное, с 2008 годов я так более-менее плотно занимаюсь. Ясненько, интересно. Ну что, давай начнем уже. Да. Ты готов? Да. Пошли танцевать. Тут иногда не обязательно сразу бежать на этот... Урки полезли, да? И обязательно сразу бежать на security check, потому что тут они выпускаются этими волнами. И иногда можно просто... Слушай, я переставлю свою турель. Да, конечно. Take your time. Как говорится. Ну, все. Это было быстро. Место хорошее. Сейчас еще двое добегут. Моя вообще походу не стрелял. Вот. Без такой ничего неудобное. А вот у хаки-то хорошо пошло. Ну чё, готовы? Зона 22. Да. Команд стоит. А вон надо. А рядом вторая мадам стоит. То есть, ну да. Давай я налево. Там еще две. Давай я левую, ты правую. Давай. Красиво. Ящичек посмотрим. О, амка. Палки-бросалки. Возьму амку. Ну, в смысле, в руки возьму. И себе возьму тоже. У тебя что по патронам, кстати говоря? 8.61, что-то не очень хорошо. Ну, у меня, да, ну, у меня... У тебя сколько комплектов? Один? Держи, все, больше нет. Спасибо. Добрый вечер. Так, тут вот два... Две товарищи.
Ну, давай забей, то вроде там только одна и впереди еще одна. Тут было неплохо. Ладно, я сам справлюсь с одинокими дамами. Да, хорошо. Как раз таки успевает. Ой, выключи. Да, засветил не туда. Так, ну тут. Ой, внизу три. Внизу три. Так, сверху можно Внизу, одну. внизу тереть? Не, нет. Да, по три, по три. Внизу, да, мам, да. Ага. Дамский Внизу угодник. три. Ах ты, дамский угодник, да? Так, ну Там три дамы, внизу три. бери тогда правую. Подожди, Я подожди, возьму я даже левую. я по... не пойму, кто где вообще. Подожди секунду. И еще одна впереди. Да. Вот она сейчас. Ой. Ой, что это тут? Ну вот и все, да. Она была слева, да, но а кто потом стрелял, непонятно. Да. Что там у нас по карте? Так, мы хорошо прошли. Дырка, 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 дырка. Дака, дака. Понятно. Интересно такие. Типа полузаготовки такие. Что-то, Что-то у нас по-моему. впереди одна. Что-то я слишком борзым стал. За это теряю здоровье. Внизу одна. Так, тут одна дергается. Устраивает мне тут дискотеку на тепловизоре. Все, нету. Короче, внизу одна есть. Сейчас пойду. Тут У нас ящик, кстати. двое. Ладно. Вот, красавчик. Еще одна, да. Молодец. И еще одна. Вот дальше я уже не смотрел. Судя по Леха-муха, тому, я что ж... боты сидят на картах, есть еще. А? Ну да, там слышно. Кто-то жужжит. Вот, аптечка, кстати говоря. Вижу. Передо мной двое на верхнем этаже, на моем этаже. Внизу еще трое. Сдохни. А, все загрелись. Тут неприятно, да. Ой-ой-ой. Так, ставь турель сразу же. Окей, вроде справились. Так, 20. Ой, черт побери! Кто ж так строит, ёкарный бабай, чтоб без этих перил? Честное слово, блин, как не знаю. Отсюда пришли, что ли?
что-то в этом роде. 22. Вот у нас тут. Терминал нашли, по крайней мере. Ничего интересного нет. Сейчас я пингану этот. Пинг. Как его назвали? ХСУ-966? ХСУ-966, да. Ой, блин, 922. Нет, не здесь. Что-то там, подожди. Где мы находимся вообще? Что это за зона такая? Блять, что за зона? Почему нельзя было нормально показать? 22Б и, собственно... Я сейчас 22С. А, нужно зеленый ключ 902. Найти. Кей Грин 902, да. Да. Короче, он в зоне С. О, это я тут. Нашел уже? Пингуй, пингуй, пингуй. Пингую. Пока не вижу. Слышу, но не вижу. Я на Т. А, вот в той стороне. Ну-ка. Ага, понял примерно где. Все? Да, можно? Да, понял примерно где. Можно отходить? Да. Угу. Вот где я, только подо мной. Ой. Что произошло? Я вообще не понял, что произошло. Да, бывает. Ман грёбаный. Так, а вот и Кей. Вот супер. Спасибо, у нас у бота. Мина. Пена мина. Ну. О, сосич. Сосич. Ну, он типа, я так понимаю, что он... А сегодня у нас подают макароны с пюрешкой. Котлеты с пюрешкой. Только у них сосич и макароны. Бедные люди. Как это, не знаете, макароны, то есть котлетку с пюрешкой. Корошками. Нет, пюрешкой. Ну, а обеде свидимся. Эй, да. Черт. Эх, ностальгия. Поторопись, поторопись. Клетки. Крошки. Пюрешкой. Ну, на обеде свидимся. Че так смешно? Непонятно. Это ж так, так мило. Да, ты у нас где пилишь? От тебя прям стою. Походу нам сюда. Просто идем обратно, обратно. Ну, все железяки роняет, а? Не знаю. Это у них все плохо. Тут ранее зона 21, нам зона 21, правильно? О, да, вот как раз тут. Так, чё, подожди-ка. Мать, четвёртый класс. Так, чё там у тебя, 20%? Это как-то маловато. Держим. Спасибо. Держим. Да. 60, и я на себя заезжаю.
У этих. Мне вот не нравится то, что класс опасности не очень хороший. Но мы здесь уже отстреливались. Но Вопрос только в том, теперь они будут они справа побегут. да, справа, слева, в общем, нехорошо. И дверь сломали, зараза. Да. Судя по тому, что здесь спуск вниз, мы будем спускаться вниз. Я бы все-таки сюда. Давай, пускай Я так будет. предлагаю, может, действительно, может быть, законтролить турелями одну сторону, а вторую, вот этот узкий проход самим, если что, как-то держать. Но они прибегут с одной дырки Чем или с еще будет другой дырки. туда-сюда? Да. Да. Может, нет. Давай так, что ли, да? Мы сдохли. Ну что? Готов? Нет. Ну что Маша? поделать? Надо. Да, четвертый. Ах, Ну, третий был походу легко, это сейчас... кстати. Да. Лишь бы это сейчас не конечная была. А сейчас потанцуем. Ну, они откуда-то с той стороны бегут. Куда нас понесет? Ну, по крайней мере, вот. Давай. Я там постреляю кого-нибудь. Иди побегай там, да? Патроны вроде все хорошо. О, все. Door unlocked. Так. Сзади еще. Там тоже работает. Это приятно. Легко прошли. Это Да. приятно. Что там у нас? Даже патронов особо сильно не потратили. Что, открываем? Да. Скрываемся. Открываем все карты. Слева одна. Ой, тут большая. Большая тетенька. Рефил пак. Так, кому рефилки нужны? Так, сейчас я попробую кого-нибудь убить. Тебе и Хакету. Кто-то добежал еще? Бляха-муха. Ну, чуть подстава не произошла. Да. Да.
Ой, отходим, отходим, отходим. 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 Так, это твоя? Да. Твоя. Ну, хорошо. Отлично. Слушай, хорошо сработали. И не говори. Что там у нас? Опять ничего интересного. Так, пинг. ХСУ 966. Да. 21Б зона. Да, зона С. А, ну вот она. Это ты сейчас я подсвечиваешь? Да. А ну вот она недалеко. Угу. Так подозреваю. Тут придется немножко. Ой, вот здесь. Ой, тут скаут еще бегает. Можно, может, тихаря пройти. Ну, вряд ли. Скорее всего, ты возьмешь, и потом будет какая-нибудь сирена. Поэтому я бы тут не надеялся. Вот я проходил одну R5. Она светилась вот прямо, как заходишь в дверь. Прямо на том конце. Во-во-во-во-во, тут скаут. Опять скаут. Поиданский? Ну, почти. Инопланетный явно. Блять, я сломал ее. Отходим, 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 отходим. Извини. Ой, блин. Чёрт! Я своего подбил. Просто какой темненький вертится вон на пони. Че вы вертитесь? Тут же эти самые. Сзади. Сзади, да. Блять. Да, извините. Ура, все. Нет, еще бегут. Неуклюже. Все. Ладушки. Извините. Извините. Это была моя ошибка, но по крайней мере зона зачищена. Простите. Пардоньте, да. Что за херня тут? Блин, пипец. Так, зона С. Нам в зону С, правильно было? О, аммопак. Так, тебе надо. Так, что-то нашел. Аммопак. Так, ну, вроде больше ничего особенного не было. Еще какая-то зона, да. Еще какая-то дверка. О, спасибо. Вот, походу, за этой дверью ПСУ. Так. Точку я видел пингующуюся прям за дверью прямо. Ну, наверное, тут она и была. Ну, что там, возвращаться я уже не буду. Так, ты думаешь снизу? Ну, она светилась прямо, как с двери выходишь. По крайней мере, скаутов больше нету. Приятно. Да. Да ёб твою мать. Ой, а это уже я. Я подумал, что уже все, можно стрелять. А оказывается нет. Это была плохая идея. А ты куда побежал вообще? Я по инерции побежал. Все побежали. Никто не побежал, но я побежал.
А ты чё побежал? А ты чё догонял, да? Это у меня у знакомого была такая ситуация. Реально. Он бежал. Его, о, не, его знакомый бежал, и он сзади. Остановился, типа, все, я устал. Типа, вяжите меня. А там сзади этот. Ой. Ой, блин. Я думал уже все, а тут ни хрена, блин, я дрит мадрит. Черт, побери. И это ты там мучишь? Да, у нас тут силуха. Да, я просто не заметила, она думал уже все, оно не все. Пусто. О, аптечка. Аптечка Хикс 20. Полагаю, что тебе нужно. Тебя не особо больше. Одна мне, одна тебе, и может Бишу ставить. Пускай будет. Как ты думаешь? Да? Биша, приди ко мне. У нас тут любимый бот. Ай, черт, побери, я на себя пос... Блин, извините. Ну, никто не любимый бот. Бежал я, короче, к терминалу. А? Пропингую. О, артефакт. Где терминал? А? Давай, попробуй. Терминал далеко около дверей. Тебе налево. Налево и прямо. Прямо и направо. Вот прямо, да. Отлично. Давай я смотрю. Вот, где-то наверху нашел. Вижу. Нашел? Да, вот оно. Take DNA Core SAM. Да, нашел. Теперь надо срочно продумать, как тут возвращаться обратно. Последняя палочка была. Отлично. Так, а извлекать там у тебя же тоже, да, надо? Да, вот на моем месте. Так, ну значит как-то туда, и скорее всего надо будет бежать в это место вот сюда куда-то. Там быстренько ставить эти. Да. Ну чё, мы готовы? Да, готово. Ну давай, тогда я беру, если ты не против. Не, будьте, конечно. Ну вот. Он такой... Вау. Там мы вроде ничего громкого не делали, да? Point of entrance 16. Что? А вот оно. Бежим, просто бежим нахрен отсюда. Просто нахрен бежим отсюда. Куда бежать? Блять, куда бежать? Куда бежать? Подъем наверху. Давайте ко мне. Да. Блять, потерялся. Сука, я потерялся. Какой фонарик нахрен? Бери фонарик. Вот сюда. Ходу туда. Блять, куда, сука?
Ну, походу А, туда, точно. откуда они Тут. бегут. Да-да-да, вот. Сюда надо идти. И теперь. И теперь. Да, сюда. Бежим, бежим, бежим. А, отлично, хорошо, пробегаем. Так, так, так. Отлично. Отлично. А, побежали, побежали, побежали. Отлично, отлично, отлично. Отлично. Сзади какая-то хрень. Блин, 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 блин. Отлично. Так, 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 так. А, супер. Ой, с другой стороны, с другой стороны. Тронов это больше. Меня убили. Били. Бишепа. Убили. Хакет. Убили. Подрождается. Ты убит. Все убиты. Я парусота. Как-то неудачно получилось. Блин. Ну что, мы час потратили на это дело. Да. 1-1. 1-1, да. Не, ну в принципе, довольно просто. Просто конца затупили. Ну, мне да. Кажется, так. Да. Здоровка. Удовольствие.